Тойота двигалась по улице Саид-Галеева в направлении вокзала. В какой-то момент водитель иномарки решил повернуть налево. По его словам, он убедился, что встречные машины пропускают его, и начал движение. Я не говорю, что я прав. Я не прав. Но я, вот, ну, может быть, конечно, нарушил, но я очень аккуратно все это делал, чтобы никаких резких движений не было. В момент аварии в «Тойоте», кроме водителя, находилась семья из трех человек. Пожилая женщина, ее дочь и внук. Люди не получили травм, но были сильно напуганы. По их словам, они просто ехали на вокзал со своим знакомым и никак не ожидали, что поездка закончится аварией. Он заворачивал тихонько сюда. Тихонько нас пропустили машины, а этот как сумасшедший. Да, ой, мы за... Ты бы сам хотел байк когда-нибудь иметь? Нет. Почему? Сейчас многие ребята ездят на байке. Не хочу просто. Больше не хочешь? Сыну, почему? Передумал. Владельца спортбайка с травмой ноги доставили в больницу. Степень вины обоих участников ДТП предстоит установить сотрудникам ГАИ.